крупные премьеры и новые назначения. В Пермском оперном театре рассказали о ближайших масштабных планах, а также представили журналистам нового главного дирижера. Напомним, недавно эту должность покинул Артем Абашев. Теперь этот пост займет Мигран Агаджанян, дирижер из Санкт-Петербурга. Мигран Агаджанян – пианист и дирижер, но не только. Он еще и известный оперный певец, является солистом Мариинского театра, а также сотрудничает с Большим театром Женевы, Королевской оперой Версаля и другими крупными театрами мира. 10 лет назад он организовал в Санкт-Петербурге собственный оркестр. Все это повлияло на решение руководства Пермского оперного пригласить Миграна Агаджаняна на должность главного дирижера. Мы хотели подобрать именно оперного, подчеркиваю, оперного дирижера. И оперная карьера Миграна Агаджаняна, его высокая степень интегрированности в мировой оперный контекст, его глубокое понимание специфики работы певцов – это тоже еще один из тех факторов, который имел для нас очень важное, я бы даже сказал, определяющее значение. Какие-то громкие высказывания или большие обещания я не хотел бы давать, просто потому что я считаю своей основной задачей вот сегодняшнего дня это просто много работать, служить музыке. К лету этого года в театре намерены выпустить премьеру оперы «Беллини Норма». Дирижировать будет маэстро Агаджанян. В театре рассказали и о балетных премьерах. Как раз сейчас здесь выпускают «Свадебку» на музыку Игоря Стравинского. В основе сюжет крестьянской женитьбы с ее печальными и радостными обрядами. В начале 80-х известный европейский хореограф Иржи Киллиан создал балет, который получил большую известность в мире. На сегодняшний день в нашей стране его исполняют только в Пермском оперном театре. Пермской балетной труппе Иржи Киллиан доверил свой балет 10 лет назад. С тех пор срок лицензии на исполнение постановки истек. И в коллектив театра пришли новые артисты. Для восстановления «Свадебки» в наш город прибыли репетиторы из Европы, представители фонда Киллиана. Их задача в точности передать артистам все нюансы сложной хореографии. Когда Иржи Киллиан ставил этот балет, он предполагал, что в действии будет много эмоций, много бега, прыжков, радости. Я считаю, что в пермской труппе хорошая энергетика, чтобы реализовать замысел хореографа. Приятно вернуться в этот театр спустя 10 лет и увидеть здесь знакомые лица. Запись восстановленного балета была показана хореографу, который высоко оценил работу пермского коллектива. Параллельно со «Свадебкой» в театре восстановили спектакль еще одного мэтра мирового балета – Уильяма Форсайта. Его постановка «The Second Detail» – «Вторая деталь» – считается одним из хореографических шедевров 20 века. По словам руководства пермского оперного, сейчас ведутся переговоры с фондом Уильяма Форсайта о том, чтобы перенести на пермскую сцену еще один балет этого хореографа. Юлия Зыкова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.